Сегодня 17 января. 17 января 1854 года в Самаре на улице Дворянской, ныне это улица Куйбышева, открылось местное дворянское благородное собрание. Этот своеобразный клуб в основном занимался общественной работой и благотворительностью. Именно здесь прошла первая в губернской столице выставка художников-передвижников. А в конце XIX века в том же здании открылся Самарский публичный музей, при котором был создан художественный отдел. 17 января 1940 года в селе Утевка Нефтегорского района Куйбышевской области закончили установку радиоузла со студией для трансляции местных передач. Во многих домах появился свой репродуктор. Сельчане слушали по радио различные передачи, но особенно ждали трансляции концертов. А 17 января 1975 года вошел в историю Шигонского района. В тот день Усольская средняя школа была удостоена высокой правительственной наградой – ордена «Знак почета». Сегодня во всем мире отмечается День детских изобретений или День детей-изобретателей. Символично, что датой дня выбран день рождения одного из выдающихся американцев – государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста Бенджамина Франклина. Свое первое изобретение – пару лаз для плавания, которые надевались на руки – Бен Франклин изобрел в 12 лет. В один день, 17 января, были рождены выдающийся режиссер, создатель знаменитой системы актерского мастерства, народный артист СССР Константин Станиславский, легендарный американский боксер Мухаммед Али, популярный киноактер, сценарист и продюсер Джим Керри, а также композитор, певец, автор множества хитов Игорь Николаев. День ангела сегодня празднуют Ефимы, Никаноры и Прохоры. А народный календарь 17 января вспоминает Зосиму, покровителя пчеловодов. Чтобы уважить Зосиму, на стол обязательно ставили мед и лакомства из него, например, медовые пряники. По поверью, в этот день нечистая сила была особенно активна. И чтобы не дать ей разгуляться, крестьяне проводили различные обряды. А вечером молодежь разжигала костер и прыгала через огонь, чтобы укрепить здоровье и получить счастье. Такими интересными событиями вошел в историю этот день, 17 января. Хорошего вам настроения и успехов во всех начинаниях!